Как корабль назовешь, так он и пойдет по волнам. Если верить примете, то новому поисково-спасательному катеру МЧС Крыма предстоит весьма активная работа, ведь он носит имя заслуженного работника ведомства Василия Бодриченко. Этот человек, по словам коллег, был прекрасным примером для молодого поколения. До последнего отдавался любимой работе. Цели, которые ставил перед собой ветеран МЧС, всегда исполнялись. Это память нашего ветерана, всеми уважаемого. Человека, который отдал всю свою жизнь служению МЧС, службе МЧС. Вот. И поэтому для нас это почетная награда, что ли, служить на таком катере. Помимо гордого имени, катер может похвастаться и характеристиками. Двигатель мощностью в 340 лошадиных сил позволяет развить скорость более 25 узлов, что превышает 500 км/ч. Благодаря своей легкости и большой площади судно может вместить до 14 человек, считая экипаж. А солидные топливные баки позволяют отправиться в вояж на 200 морских миль от берега. Присвоение имени катеру – это, безусловно, признание заслуг и память об отце. Это очень значимый для нашей семьи момент и история для нашей семьи. Для того, чтобы дать судну имя, необходимо совершить настоящий ритуал. Прочесть документ, который дает катеру право ходить под российским флагом и нести службу на благо Родины. Крымские спасатели уверены, что Василий Бодриченко будет трудиться на славу и станет верным помощником в спасении людей. Никита Егоров, служба новостей ИТВ, Алушта.